Генри Хуан. Если это имя вам ни о чем не говорит, значит, наверняка вы не читали историю компании Тайма. Эта гитара сделана в Китае. И неспроста она называется Тайма. Потому что, как говорится, знаете, Федоров, сын Федора, Коновалов, сын Коновала. А как говорится на заводе, так и пишется в паспорте. Когда вертухай, начальник, постоянно орет: «Мы не укладываемся по срокам! Тайма! Тайма!» И решили так и назвать бренд. В общем-то, это довольно удобно. В чем главное преимущество? Когда я прихожу в магазин и вижу гитару за 450 тысяч рублей, первое, о чем я думаю, что будет, если я ее стукну? Она треснет. Или ее поведет от влажности, ведь акустическая гитара — это совсем другая история, не то чтобы электро. И мне становится жалко, потому что есть сомнения. Потом я нахожу гитару, которая стоит 50 тысяч рублей, и думаю, ну, 50 это уже неплохо, но все равно вдруг в пьяной драке, а у нас в Петербурге пьяные драки случаются примерно 70 раз в день, вдруг что-то кто-то сломает, тоже неудобно. Да и в переходе стоять с акустической гитарой за полтос как-то западло. Все начнут догадываться, особенно полицейские. Ведь они точно разбираются в инструментах. Многие те, кто работал в популярных музыкальных магазинах, теперь стали полицейскими. Не знаю, с чем это связано. И вот однажды я захожу в магазин на букву L и вижу там китайскую гитару Тайма, которая стоит 17 тысяч рублей. Я говорю: «Господи, да что с ней не так?» А мне отвечают: «Просто возьми ее в руки». И я взял. Ладно, в двух словах. В общем, я так и взял и играл на ней несколько часов, потому что реально меня удивило. 17 тысяч рублей. Значит, я говорю: из чего она сделана? Спаси, сохрани. Они говорят: красное дерево, вот это вот все. А топчек из ситхообразной ели. А накладка из палисандра, колки, струны, говорят, поставили додарио. Тут я на колени-то упал, слезу пустил, говорю: «Господи, спасибо! Растеклось тепло по нутрям, додарио EXL». Какие-то очень толстые. Ну, говорят, акустическая гитара не будет звучать, если струны тонкие. Так они дополняют, просто добивают меня. Говорят: «Порожек из кости и пьеза встроена сюда». Вот она здесь торчит, причем не здесь дырку сделали, как порядочные упыри, потому что это просто, а вставили ее прямо здесь, как у Гибсона. И это реально, реально забавно. Тайма! Вот так звучит пьеза. А вот так звучит просто микрофон. А вот так звучат они вместе, и сразу понижается на полтона. Это потому что в противофазе. И так далее.
чем прикол? Если вы хотите играть грустную песню, скорее всего, это не подойдет, потому что корпус дредноута, он довольно глубокий и много низа. Поэтому, если вы играете что-то такое... Сейчас. Семь лет не играл эту песню, немного подзабыл. Так о чем я? А, в общем, если вы играете пальцами, вот это получается довольно гулко. Хотя нет, я, в общем-то, беру свои слова назад, нормально. Но, по моему мнению, полностью раскрывается банка, когда ты начинаешь всекать пластиком. Классно, все звучит, но прикол в том, что в комплекте еще плюс ко всему, что уже идет чехол фирмы Тайма, основанный в 1978 году, чего только не узнаешь от чехла. А, тут есть держалка для грифа, все дела, я думаю, что неплохо. Тряпочка, ну куда без тряпочки, ремешочек, ну ремень тоже, кстати, классная тема, или потратишь 1000 рублей. Здесь две... держалки, одна вот здесь находится, другая прямо на пьезе. Пьеза довольно плотно звучит, что во многом характеризует гитару, потому что есть не очень пьезы-элементы, не очень, даже на дорогих гитарах. Бывает, воткнешь ее, она звучит, ну, просто буэ, а это втыкаешь и прямо даже и не думаешь о том, что у тебя в руках... инструмент за 500 долларов или сколько там. Mm-hmm.
Поэтому, если вы задумываетесь о приобретении акустического инструмента и вам не нужны нейлоновые струны, то я рекомендую вам Тайма! Ну, по крайней мере, обратить внимание, сходить потрогать. Это реально удивительно, удивительно. Вы можете купить такую гитару у конкурентов за 40 тысяч рублей. Или прикрыть один глаз, а еще лучше прищурить, чтобы попасть, так сказать, на уровень производителя, прищурить глаза и взять в руки обыкновенную гитару Тайма. Сделать свое дело, как сделал его я. Спасибо, ребята. С вами был Сергей Табачников.